Да, там сколько угодно можно идти give and go, не понимают они, как это делать. К сожалению. Зато капитан хорошо своими ребятами управляет. Объясняет, помогает. Эх, не читает, нич. Но доловил, молодец. Но надо признать, что ловил не там, не чувствует. Зато после этого будет понимать, что такое долавливать, не выключаться из игры. Вот интересно, если бы поставить только одних новичков наших против Ранхикс, я думаю, примерно равная игра была бы. Сейчас опять куда-нибудь бросит. Слушай, интересно очень. О, прикольно. Он левша. За мной, Фил! Нет, правша. Я что-то уже путаю. Такие позы становятся, что иногда сложно определить, что за бросок. Твой другой, другой твой! Не свечуйся, не смотри на тих! На игрока смотри! На игрока смотри, не на диск, на игрока! Хорош, молодец. Давай еще зайди. Все, с передней линии будет. Стек ушли, ушли стек! На диск! На диск! Оп! Даже не видел, куда бросал. Горячая кровь. Торопится. Стоят. Будет. Потеря будет, конечно. Открытий нету в хаме. Два мастера.
дефендер должен принести факт. Ладно, все, все. Давай, бэк. Ну, бросочек-то можно? Одиски, пожалуйста. Бэк, бэк. Да, бэк. Бэк, одиски. Убежал, ты убежал. Он побежал. Эх, это все вертикально, такие, да, не вертятся. Один, пошел, один, хорошо. Все, пройди. Один! Один! Не туда, один, закрытый. Центр, соберите, соберите. Хорошо. Стэк во мне. Там Илья, вон Илья, один, Илья, открыться не может, ходит там. А вот. Да, вот аут, да. Согласен, согласен, окей. Флаг поставь, Илья, найди игрока. Игроков, бэк. Вы зайдите. Все оттиска, оттиска! Всех оттиска! Не торопись. Беши. Ребят, блядь! Все, тащи игроков! Я остался. Со мной Верд остался. Стой, все, стой! Стой, Верд! Помиша! Помиша! Илья! Не выйди, что возьми! Компактный стэк! Я один. Шире! Останься, Саша. Тоже аут. Почему они интересны? Не... Аут явно же. Ой, как все это, конечно. Саша! Да. 7-1. Так, девчонки наши, нет, еще не начали. Идет он. Хороший пул. Прям как ухия. Отличный пул. Вот так встаем. Вот так по мне встаем. Не ходи. По мне встань. По мне встали все. Ты две руки вверх поднял. Идешь на центр. Делаешь 5 шагов. На центр. Да. Миша, оттиска! Сейчас он... Бэкхэнд, сделайте бэкхэнд! Бэкхэнд, бэкхэнд!
что-то обсуждают. Молодцы. Да, тут не надо, готовы, не готовы. Пол, да, похоже. Не торопитесь. Хорош, первый пас. Эх. На два паса надо, чтобы у них хватало выдержки. Но пока на один только. Нет, кепочки двое. Твой кеп. Кепочка. Ну, Миша, по крайней мере, действительно открывается. Там уже здоровается, братается. Ну, это пуля. Время игры закончилось. Они уходят. Классная игра. Веселая команда. Твой в кепочке, твой в кепочке. Конец игры. Твой в шапке. Нет, нет, не конец, но время игры закончилось.